Друзья, мы рады вас приветствовать на нашем канале. Эти новости мы делаем исключительно для вас, поэтому попрошу вас подписаться на наш канал перед просмотром данного видео. Будьте всегда с нами. Сегодня ночью в российском шоу-бизнесе появилась ужасная новость. Нам сообщили о том, что сегодня на окраине Москвы в страшную аварию попал российский актер Антон Хабаров. Этот актер очень знаменит во многих российских сериалах и фильмах. Сейчас он находится в больнице в очень тяжелом состоянии, за его жизнь борются медики. Мы выяснили все обстоятельства, что же с ним произошло в эту ночь. Оказывается, на окраине Москвы он со своим другом решили устроить гонки на автомобилях, кто быстрее доедет до финиша. В итоге Антон Хабаров не справился с управлением и вылетел с дороги. Его уже в бессознательном состоянии заносили в скорую помощь на носилках и довезли в больницу. Его друг, к счастью, не пострадал. Сейчас медики пока никак не могут прокомментировать данную ситуацию. Очень хочется надеяться на то, что с ним все будет хорошо. Подписывайтесь, друзья, на наш канал, чтобы завтра утром не пропустить свежий выпуск, который мы уже приготовили для вас. Будьте всегда с нами, берегите себя и до скорой встречи, друзья, на нашем YouTube-канале.